Всем привет! Ну что, продолжим дальше проходить Far Cry 3. Как помните, мы закончили прошлый раз в этом месте. Взорвали тут склад с оружием. И теперь будем делать налет на тюрьму. Это кто такие? Хищники? И что же это за птички такие, хищники? Блин. Что-то я таких не встречал. Ну ладно, ну их нафиг. Где это все находится, надо посмотреть. Где находится тюрьма? А вот она где находится. И переться мне вот отсюда. Ну, по пути испытания ракьят пока не буду проходить. Можно захватить вот эти флажки красные. Можно захватить радиовышку, наверное, все-таки надо захватить. Я думаю, это будет нужней. И давайте, я думаю, поедем на вот этой лодке. Если я, конечно, смогу доехать туда на лодке. А я так смотрю, что, скорее всего, у меня ничего не получится. Ну да, это вот здесь надо объезжать. И чисто теоретически там может, конечно, быть вода. Ну ладно, давайте. О, козел. Шкура козла, ладно. Не буду пока отвлекаться на такие дела. Так, кто-то там стреляет в меня или еще. Что-то там происходит. Тихо. Осторожно. О, знакомые места. Или это уже другое место? Твою ж мать. А, фак. Ну ладно. Хреново, конечно. Что так вышло? Так, там у нас кто? Это просто лодка стоит. Ой! Ой! Хера себе. Ребятки. Вот это поплавал. Твою мать. Ни хрена себе. Крокодилы в ответе за большинство смертей, связанных с местной фауной, главным образом из-за обряда совершеннолетия, во время которого молодые люди должны палкой ударить крокодила по морде. Не могу не вспомнить ночи с моей бывшей женой. Сравнимы с крокодилом, да? А шкуру я могу взять? Да. Ты куда меня относят постоянно? Так, не задыхайся, чувак. Вот это да. Конечно, гонево конкретное, потому что, смотрите, вода проточная. Это река. И, насколько я знаю, крокодилы не живут в такой воде. В речках, по крайней мере, они не живут. Возможно, я ошибаюсь. Так! Это... Этот... Потом вам расскажу, кто это. Тапир или как его? Да, это тапир.
И теперь я смогу создать прочный рюкзак и смогу носить до хрена всего. Ребятки. Теперь я смогу носить 48 трофеев, а до этого 32, по-моему. Усиленный рюкзак. Шкура динго. Нужна 4 штучки. Ну, добро. Ай. Так. Ну, уже неплохо. Так, а почему у меня нету, ребятки, этого? Ампулок медицинских. Невозможно изготовить, сумка переполнена. Странно. Или для медикаментов используется другая сумка. А, ну да, вот медицинская, да? Блин, свинья нужна, и всего лишь одна. Свинюшка, где ты есть? Выйди, пожалуйста, я тебя закоцаю и сделаю себе сумочку под препараты. Ну, пока я свинок не вижу. О, вижу топиров. Ну, пока они мне не надо вроде. Не знаю. Ладно, возьму. Может, продам, если не понадобится. Лучше, конечно, я бы свинку встретил. Так, тут боевой катер. И рядом вроде никого нету, что странно. Вышка у нас там он. Поэтому как раз он мне и нужен, этот катерок. Сейчас я туда поплыву, захвачу вышку. Так, патрульный катер. Как-то пришлось отправить два таких катера на патрулирование. Они так и не вернулись. Просто лодки плавающие пустые. Их забрали джунгли. Хрень какая-то. Ну, здесь есть пулеметик, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Сейчас бы еще акул тут найти. И пулемет как раз сверху есть. Можно было их завалить. И сшить себе трусы для ношения ракет. Так. Пока. Это, я так понял, звонила подружка, которая живет у доктора наркомана. Спокойно, ребята. Что значит покидаю зону? Я еще вообще не приближался к этой зоне. Так, это будет, по-моему, четвертая по счету вышка, которую я захватил.
Давай, дружок, давай. В темпе. Ну и сейчас на тросе спущусь как раз в ту сторону, которую мне нужно. Нормально. Так, что тут у нас лежит? Зажигалка, 32 бакса. Теперь бесплатно мне пулеметик дадут, дробовик. Два троса, нужно туда вот спуститься или сюда. Ну, я спущусь сюда, чтобы ближе мне было до моего, до моей миссии. Тихо. Что это за значок такой? А, и там, короче, этот чувак может поднять тревогу при нажатии на кнопку. И это хреново. И это хреново, ребята. Непонятно, как тут работает снайперка, если я его сейчас сниму со снайперки. Сохраниться я не смогу. Нет, конечно. Если сейчас я его сниму, это кто-нибудь услышит или все нормально пройдет. Давайте попробую снять его, потому что он тут будет мешать мне конкретно. Ой, как весело, у меня патронов нету. Вообще офигенно. Твою мать. Ладно, попробую их тогда обойти.